Наступило лето, и для того, чтобы летний сезон наш прошел максимально приятно и комфортно, необходимо соблюдать несколько простых правил безопасного поведения на солнце. Если вы находитесь на отдыхе, то оптимальное время для принятия солнечных ванн – это утренние и вечерние часы. Солнце с 11 до 16 часов является максимально интенсивным и опасным. Обязательно надевайте головной убор. Это может быть панама или шляпа с широкими полями. Защищайте глаза солнцезащитными очками. Очки должны быть с фильтром для лучей зоны А и зоны Б. Носите максимально комфортную одежду светлых тонов, широкого кроя из натуральных тканей. В первые дни пребывания на отдыхе ограничьте время принятия солнечных ванн до 5-6 минут с постепенным увеличением. Обязательно используйте солнцезащитный крем. Чем кожа светлее, тем фактор защиты крема должен быть выше, но не менее 30. При этом крем должен быть нанесен в достаточном количестве. На лицо это не менее 1/3-1/4 чайной ложки, на тело не менее 30 мл. Крем должен быть обновлен каждые 2 часа или после выхода из бассейна или водоема. Не загорайте неподвижно. Предпочитайте активный отдых, например, игру в пляжный волейбол. Чередуйте время нахождения на солнце и в тени. Если у вас на теле есть родинки, постарайтесь максимально защитить их от солнечного излучения. Если на теле большое количество родинок, то перед принятием солнечных ванн проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Все эти простые правила помогут вам избежать таких негативных моментов, как солнечный ожог, рак кожи, преждевременное старение кожи, солнечные и тепловые удары. При возникновении у человека признаков теплового или солнечного удара, появления слабости, головокружения, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, учащенного дыхания, потери сознания, перенесите человека в прохладное, проветриваемое место, расстегните одежду. При необходимости смочите лицо холодной водой. И вызовите бригаду скорой помощи. Если человек потерял сознание, уложите его в боковое устойчивое положение и ждите приезда скорой помощи.